Здравствуйте, всем привет, с вами Эдвард Старк. Видите вот этот телевизор большой, видите? Отлично. Вот. Села ВКонтакте поиграть и заметил одну очень забавную тему, на самом деле. Видите, вон там паук. Смотрите, прикол. Если уже так полчаса дрочился, решил телефон снять. Блять, я так целый день могу просидеть. Вообще прикол. Иди сюда, придурок. Так, сейчас я приблизим. Я не знаю, чего он такого вкурился или какое у него ожидание, хочет трахнуть мышку. Давай, зайди ко мне в группу. Идем. Ты не хочешь в группу? Иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне. Ать, 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 ать. Идиот. Сейчас я поближе еще сделаю чуть-чуть. Ну что, как вам зрелище? Я так уже реально полчаса где-то сижу, с пауком балуюсь. Ну что делать мне хрен? Давай, скажи привет нашим зрителям, дяденька. Видите, он настоящий. Видите, он на экране сидит. А мышка вот такая плоская по сравнению. Ну все, в принципе. Ой, блядь, с вами был я. До скорых встреч.